Привет, друзья! Настала новая неделя, а значит и подоспели новинки в мире кино. Меня зовут Лиза, это канал Тики Том, и с нами вам, как всегда, есть что посмотреть. Первая новинка текущей недели – это у нас долгожданный мультфильм от DC «Лига суперпитомца». Наш главный герой, пес Крипто, имеет точно такие же суперспособности, как и его хозяин Супермен. Внезапно всю Лигу справедливости похищают вместе с Суперменом, и нашему псу Крипто предстоит собрать себе команду из отважных разношерстных животных с приюта и спасти не только Лигу справедливости, а также и весь мир. Ну конечно, только мне одному никаких суперспособностей не дам. Следующая новинка текущей недели – это у нас триллер, который порадует тех, кто любит разгадывать различные загадки, и называется он «Клаустрофобы долины дьявола». По сюжету шестеро незнакомцев очнулись на кукурузном поле, и у каждого из них есть по уникальному предмету. И в этом фильме мы увидим, как они пытаются взаимодействовать и спастись. Ну, аж компас. Похоже на квест. Нам нужна вода. И еда. Они гнилые. Мы одни в этой бескрайней долине-лабиринте. О, Господи! Давай с нами, мы найдем выход. Поле замкнуто, выхода нет. Последняя новинка текущей недели – это у нас ужастик под названием «Предостережение». По сюжету у нас есть два главных героя – это Айзек и Ольга. Ольга страдает психологическими расстройствами, у нее недавно пропала мать, а отец покончил с собой, и ей требуется надзор. А Айзек – это у нас главный герой, которого как раз-таки попросили присмотреть за Ольгой. Он приехал в ее дом, дом оказался на острове. Ему почему-то пришлось приковать себя цепью, чтобы Ольга сильно не переживала. И практически сразу начинают происходить необъяснимые вещи. Ты никому не расскажешь о моей просьбе? Она была больна. Я бы ничего такого не сделал. Думаешь, он тебя отпустит? Видео на этом закончилось, спасибо, что досмотрели его до конца. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, если еще не подписались, и, конечно же, увидимся на следующей неделе. Пока-пока!